28 февраля в замке Мими прошла презентация двух новых вин. Это белое вино Фитяской Албы 2018 и купаж сортов Фитяской Ниагры и Рары Ниагры урожая 2017 года, выпущенной ограниченной серией. Они произведены исключительно из местных сортов винограда, выращенного в селе Спея, где идеально сочетаются теплый климат, плодородная почва и воздух. Всегда свежие благодаря реке Днестр. Дегустация и ужин прошли под божественные звуки арфы. Презентацию провела директор замка Мими Кристина Фролов. А сомелье Андрей Чубатару рассказал о том, как полнее ощутить богатство вкуса новых вин. Фитяской Албы, например, присущи нотки цветущего винограда, акации и цитрусовых. А купаж Фитяской Ниагры и Рары Ниагры отличается ароматом дикой черешни, сливы и ежевики. К новым винам гостям подали эскарго, приготовленное из улиток, выращенных на виноградных лозах, тартар из дикой семги и другие не менее изысканные блюда. Și fac vinuri frumoase. Și Castelul Mimi, la moment, este una dintre vinăriile care combină perfect toate aceste trei lucruri. Продегустировал новые вина и президент самого престижного в Азии винодельческого конкурса. Мне понравился сорт Фитяской Албы, а также красное вино Фитяской Рары. Вина Мими попали на корейский рынок еще в прошлом году, и покупатели их оценили. Гости насладились видом вечернего замка, побывали в погребах, где производят вино под брендом «Замок Мими», а также узнали о богатой истории этих мест.